Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 987, с вами, блядь, лицемер, лунатик, фанатик, еретик. Нестинал. Короче, Так вот. уж не фрит, Нестинал. Да, и сегодня мы хотим пройти, продолжить, блядь, прохождение ебаного Serious Sam'а. Опять всё заебало меня, нахуй. Не обращайте внимания на нефритом. Ребят, короче, реально, я чувствую, что буду реально один на канале, все. Как не проходим Сэма, начинается срач. Не Сэма, а Дюка. Дюка Сэма. Как я с тобой не начинаю проходить, вот так вот. Раньше у нас все было замечательно. Потому что раньше ты всегда готова была к записи. Раньше мы просто время только... писали. А сейчас тоже время изменилось. На полтора часа раньше. Потому что надо тоже подпривыкнуть. Вот сейчас в общем, ребят, сейчас не с Хоти можно писать мне в это время как раз. А мы продолжаем. А ты забыла сказать. Призываем ставить лайк, подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик и пропускать тоже новые видео. А, это откуда я пришел? Все. Бандикант, ты чуть не забыл? Если я начал говорить, то, наверное, я включил его. Не зли. Блять, присесть он не может. А вы что за рогатые-то стали? Во, сюда могу, могу. Куда-то, куда-то можем, куда-то нет. Может, секрет все-таки где-то есть? Эй, чё я застрял? Меня обратно толкает. Видимо, что тебе туда не надо. Меня засасывает просто. Вверх вот туда тянет, все. Я не могу идти. Ух. Как-то странно. Ладно. Та же фигня здесь, да? Во всех, наверное, штукочках. Блять, теперь все вообще нахрен застрял. Эля, давай, давай, блять. Давай, 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 бля. Давай, ой, чё? Чё это вообще, беда? Так меня засасывает тупо. О, все нахер. Не буду пытаться туда запрыгивать. Там живут они. Так. Я сказал, не буду пытаться. Странно. Вот и так выглядит. А вот и так. Кого-то там какой-то секрет, блин. Нет, сука, это нихуя не секрет. А все странно, слушай. Эх! Обломался. Ты можешь не говорить, когда я пилю. Я тебя не слышу. Я говорю, наша любимая будет игра. Ты и говори, когда я уже не пилю. Потому что подписчики не услышат. Так же, как я. Ну и вот, это, короче, фигня, по ходу дела, вниз ведет туда, где я был. Но я был прав. Типа лифт. А чё она катается тебе обратно? Ну, я пришел туда, блядь. Да я туда сказал. Вот. Здесь я был. А чё, лифт теперь обратно не едет, да? Блин. Ну я-то знаю, как можно пробраться обратно. Видимо, у него только один путь. Пока ты, когда ты на нем, он двигается. Когда ты можешь с него, он все. Ты сами в этом положении. Теперь вопрос, блядь. Как ты куда тут идти? Потому что по сюжету хоть как сюда.
еще один рычаг. А нет, рычаг тут уже я дергал, значит. Угу. Так, блин. Может еще рычаги искать? Сейчас пробовать. Блять, любой бы чувак уже разбился, даже Дюк бы разбился. Ну, мы не Дюк, мы Сэм. Бронебойные, видать. Бронированные. Да. Так. А, ну да, у меня броник тоже был. Сука, да куда мне идти, ебучий случай? Бесит все. Что ж ты такой нервный сегодня? Так потому что, блядь, я не знаю, куда мне идти. Когда я не знаю, куда мне идти, блядь, начинает все бесить. Так вот в чем твоя причина твоего бешенства. Ну и тут. Так, и там ворота. Везде напротив, одни ворота. Напротив ворота тоже. Мы каким пойдем? Ну, мы пойдем в эти, потому что из тех мы должны были типа прийти. О, видишь? Ну. Так я мог и раньше так пойти. Я здесь пистолетов уделываю, сука. Да, бля. Так, всего мало, кроме бомбочек. Мы собирали бомбочки. Набирали. О, блядь. О, блядь. Доброе утро, Вавилон. Заебись. Мы в Вавилоне. Вавилон! Вавилон! Что ты построил, что разрушил? Кто на меня охотится? О! Девочка! Герла! Я ее порезал. Она не одна. Куда ты, девочка? Курочка! Это иди сюда, я тебя разделаю. Я всех разделаю, они сами прыгают на пилу. А ты не пьянь, да? Да. Я не хотел. Я не хотел. Ох ты, а ты что тут застряла еще? Как она? Она у двоих залетела. Она меня хотела тут один на один. Мы да. Хотели уединиться. А нам тут помещали. А вы тут еще подглядываете за нам, за нами. Че ху-ху-ху? Я все спилил. Может что-нибудь опять это? Патроны для снайперки? Это. О, секретные. Суицидальное растение. Мститель? Где это растение мститель? Блять, нихуя себе растение мститель было. Ты видела? Видела. Так, сколько у меня секретов найдено? 3 из 11, сука. Мало. Я растение затоншил. А то я думал, почему оно как-то странно выглядит этот. Пальма. Это было растение. Это было суицидальное растение. Вообще. А эти лошады вы тоже будем ломать? Кого? Эти лошады. Лошады? Вот это мы точно спилим. Я распилил. Молодец. У меня жакетницы-то нету, чтобы сломать. Да. Да. Так. Сейчас мы это спилим. Все-таки решил все идеи пить. Ну так может какой-нибудь секрет откроется тут. Ну да. Может ты тоже недавно все с тобой спилили и получили? Секрет. Ты какого лысого тут появился? Че его так тащит-то? А че он так пятился назад? Покарался и покатился на своих же этих. Класс тебе. Я ему кишки выпустил. А, значит он лишь нас спустился.
у меня тут сталкер этот. Call of Chernobyl. Зов Чернобыля, короче, это. Я в него, оказывается, играл, но... Тут у меня глюк произошел. Он перестроился на английский. Вот так. Забавно. Когда я общаюсь... Да, когда я общаюсь, сука. О, что, поиграем? Иди сюда. Иди сюда, лава. Забавно, короче, подходить особенно к этому. К тому, кто ремонтирует и этот. И апгрейживает оружие. Что происходит? Что происходит, но сука на английском. Я понимаю, что, конечно, там что как делать. Но человек, который не знает английского, ему будет весело проходить. Он задание ни одного не поймет. О, я там крылышко вижу одно. Видимо, нам как-то выдох ставить. Девушки, девушки, девушки. Ох, что-то вот так надо. Кто еще где кидает? А, вон где стреляет, да? Там вообще нет, Дима. Ага. Ага, кто там рычит на меня, нахрен? Цветуёчки, везде цветуёчки. Полевые цветуёчки. Ага. Оу, ей. Всё распилить. Формально. Ду-ду-ду. Че, ничего не дали, что ли? Это значит, я зря тут старался деревья пилил. Тебе что вам нравилось пилить деревья? Блин, так это... Сколько деревьев тут выпилил? Все. Да? Я бы дверь попроще запилил. Так, еще одни крылышки. Бежать пытаешься? Нет, не получится. Нет. Так, блять, у меня к снайперке патронов хватает, да? Говорят, чувак, постреляй снайперки. Подожди, боже, кроме головы почти ничего нет. А? Принц гору, да? Принц гору помер. Он вечно же, он все-таки. Логично. Что такое, что ты везде чесался? Вроде помылся. Помой ты меня, я весь чешусь. У тебя, наверное, это... Вот. Ну, конечно. Так, где там гора нахер опять? Я
Хедшот слови. Отлично, это живучий. Кто это, он хатиков ему наставил? А как же мне это, сука, распилить? А нужно ли? Нужно. Ну как же мне не распилить-то? Как же мне не распилить, если она тут стоит так? Интересно. Может, надо было... Ну, ладно, чем дальше? Ничего, блядь, ни одного секрета тут нету, что ли? Чё за херня? Я не вижу, да и всё. Это развол, а тут где-то должен быть секрет. Я уверен. Как так не секрет? Да ладно. Это секрет, пожалуйста. Он понять не может. Вот так бывает. Захожу, бывает так. О, там по любасу секрет, как туда попасть. Я думаю, куда мы пойдем. Так, блин, куда нам пойти-то? Туда-сюда? Прямо и налево. А сюда мы, нам не надо? Блять, тут... Правая кнопка мыши, чтобы анализировать. Анализировать дверь? Закрытая дверь. Короче, надо идти как дверь открыть. Окей. Пошли на искать ключи от двери. Угу. Именно так. Ха-ха? Да. Да. Нет. Пьешь? Ох ты ж. Ну ничего, мы из дробовика умеем стрелять. Так, тут есть кнопка. В этом никто не сомневался. Хочешь, я тебе и своего выстрелю? Ну, своего ты выстрелишь. В меня? Я говорю, хочешь, я тебе и своего выстрелю? А, короче, ребят, не это... Я тут это... О, блядь. Ой, ты... Ну, чё сразу же огненный голем-то, блядь? С моим вооружением-то? Не подумали, что мне будет тяжеловато? Но они ничего не думают вообще никогда. А что, я так быстро его убил? Ну, тут профессионал. А да тут не он, не один. Ну, вот один, да? Так это же еще маленькие. Ну да. Ну, значит, где-то есть мамочка? Ты что, про большого этого? А, не узнала. Может, лучше не надо? Ну, я, конечно, не уверен, но все возможно. Я говорю, может, лучше не надо. Блядь, иди отсюда. То, что ты говоришь, что лучше не надо, это ничего не будет. Да чё вы? Где здесь ты ко мне так? Девушки какие-то сегодня любвеобильные. А может, вообще ты сексуальный, а я не любвеобильный? О, да. A very sexy boy. Да. Так. Но они тебя не получат. Ну, типа того. Ну, типа облом. Угу. Ну, типа облом. Может, что наверху есть? Ух ты ж, я же запрыгнул. Правую кнопку мыши, чтобы анализировать. Что тут опять? Смотри, Сэм. Камень Сэм. Камень Сэм. Стоун. Камень Стоун. Ха-ха-ха. Интересно, для чего эта штука? Да.
Рыбаса, наверное, катается. Думаешь? Ой, смотри, она открыта. Он надувается. Он живой, блин. Может, это какая-то кнопка, может, нажать на него надо? Он рождается. А, это ты у него, что ли, выдавил? Я ничего не понял, я вообще... Как ты это... Круто было. А ты когда его можешь? А я туда не могу залезть? Туда нет. Пошли покатаем, шарик. Вперед. Боулинг! Да-да. Блять, мимо. Тых-т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 ых. Ты чё так не вовремя появился? Надо было раньше. Ой, смотри-ка, залезь сюда всё-таки. Дай сюда себя в угол. Ага. Кел, ты тоже подумал, что что-то здесь должно произойти. Ну вот видишь, как хорошо, что я камешек это. Как говорится, я на заднюю сдал. Ты умничка? Допетрил, что будет нехорошо. Теперь можешь сам взлететь. Он шел, и не дошел. Он кончился, он устал просто. Я туда уже не могу запрыгнуть, блин. Там патроны остались. Там патроны остались. Ну надо выбора, я больше не помню, нет? Так, блядь, ёб ты, чё это ещё такое за нахер? О! А чё мне сейчас там напал? Я уже нашёл напал. Ещё и под водой, да? Гениально, с напалмом. Похоже, нет выбора, блядь, идти по этой штуке. Ну надо же проверить, что в воде есть. Так ведь? Ну я и... Тогда. Ща нырнём. Занырнём поглубже. Чем глубже мы тонем, тем громче мы стонем. Вновь опять и замкнутый круг. Че везде тупики? Да, даже интересно. Ну это вы не перейдете, а мы уже пришли. Неприкольно. А если я побежал бы? Ой, блять. Меня все равно скинуло. Ну мы никогда ничего не вспомним, мы сразу меняем. Да? Что-то меня это вообще не удовлетворяет. Меня тоже. Да. Так, блядь, я же раньше как-то играл в Чип и Дейл. На тебе это сохранить? Сохраниться может? В Чип и Дейл нельзя было сохраняться. Я тебе про сейчас говорю. Да ты давай мне не пугай, вообще не говори мне про сохраниться. Я играю так. Ой. Ты видела, да? Ты видел? Надо
надо подбирать момент. Вот сюда вначале. Вот. Кто, ребят, играл в Chip & Dale 2, уровень там был, как сказать-то, морозильная камера такая, там, где эти все штуки вот выдвигались. Такие, ну, алдяшники меня поймут. И почему мне эта штука напомнила это все? Ну, дробовик, тьфу, двустволка. Ну, может, наверное, не просто так ведь тут лежит, да? Мне это нравится! Да, бля. Там тоже. Что-то где-то открылось. Бегут козлы, бегут. Задой его. Ну все. Что-то я мажу. А чё у вас так много-то? Чего их так много было? Мне еще есть где-то. Мне не нравится та птичка наверху. Рисунок? Да. Ну что, он тебе не нравится? Какой-то он подозрительный. Че он подозрительный? Нормальный рисунок. Это мучат. Пусть мучат. Ты же тоже слышишь? Я же слышу. Да. Фу-фу. Ладно, ребят, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefright987. С вами был Нев. И Нессинал. Не забываем ставить люба. Подписываться на канал, оставлять ваши комментарии и нажимать на колокольчик, не пропускать наши новые видео. Ну и всем пока-пока, до новых встреч. Чао. Let's rock. Let's rock.